Компания Bethesda помогла 12-летнему мальчику с редкой формой рака выполнить его желание – поиграть в Fallout 76. Уэс живет в Хэмптон-Роудс, США, и с 5 лет врачи диагностировали у него редкую форму рака, и родители на протяжении всей его жизни с ним боролись. Но недавно врачи сообщили его родителям, что продолжать лечение нет смысла, и его нужно прекратить. Уэс, очень сильно ждавший выхода Fallout 76, осознал, что может и не дожить до ноября, на который запланирована официальная дата релиза. Bethesda уже давно начала устраивать небольшие экскурсии по офису компании, благодаря которым больные дети могли бы увидеть работу студии своими собственными глазами и поиграть в любимые игры. Однако Уэс не может приехать в офис Bethesda с родителями из-за своей болезни, а потому родители мальчика сделали обращение к компании через Facebook, в котором написали, пусть он и не сможет поиграть в полную версию Fallout 76, но те несколько часов, которые он мог бы провести в компании разработчиков из Bethesda, действительно сделали бы его счастливым. Заместитель директора компании Мэтт Грандов приехал лично и привез с собой не только копию игры, но и прототип шлема силовой брони. А директор Bethesda Тодд Говард, в свою очередь, расписался на диске с игрой. Сам Уэс рассказал, что он больше не боится своей болезни. Он нашел способы использовать свое остроумное чувство юмора, чтобы вызвать улыбку на лицах родителей, когда им это нужно. А для него это важнее. Он не испытывает боли и не нуждается в обезболивающем. Радиация в его теле вызывает время от времени чувство тошноты. Он просто очень счастлив быть дома. Задуманный сюрприз от Bethesda удался. На протяжении всего дня Уэс был в прекрасном расположении духа. Ему очень понравилась демоверсия, которую представили разработчики. Ставьте лайк видео, если вам понравилась новость, и не забудьте подписаться на канал. С вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!